Добрый вечер, с вами Николай, и мы играем в Elder Scrolls Online. Здравствуйте, мои дорогие, и что у нас? Я купил себе дополнение сегодня, да. Я не знаю, сколько дней уже оно идет, но в Steam сейчас можно купить по дешевке дополнение, либо ну, главы, там, как хотите. То есть, смотрим. Сейчас мы смотрим. Определиться. Греймур, это у меня уже было. Я покупал его за бабло. Марк Майер, по-моему, что-то я не помню, но он, по-моему, как-то там добавился. Я не помню, честно. Как он у меня добавился? Ну, как-то добавился. А скорее всего, с тем, что... Когда я купил Греймур. Саммерсет тоже куплен. Клокворк Сити куплен. И где? Где? Стоп. А, его здесь нету. Точно, оно же здесь не добавлено. Ну и ладно. Черт. Гранарки, магазин. Нет, подождите. В коллекции он добавился. Сейчас коллекции. Расширенные внешность, обстановка. Где ты добавился? Истории. Глава. Блэквуд. Вот. К оружию. Левианская палата легатов нуждается в сведениях. Опасностях, нависших над бывшими имперскими советниками и деятельностью клуба Мирного Судогона. Разыщите командира Белой Дружины Леавини с лица Черного Леса. Коллекция задания. Старшая. Это страшная тайна. Не принято. Доступно задание. Бла-бла-бла. Короче, это все чушь. Чушь, потому что нам самое главное из этого было дополнение, это спутники, которые мы сейчас выберем одну. Я вот не знаю, да, мне выбрать или чувака. Не знаю. Если честно, без разницы. Где он? Сыродыл. Северный север, черный лес. Да, да. Так, как я смотрел в гайдах, здесь Данерка, здесь у нас будет пацанчик. Кто он там, бретонец или хрен его знает. Короче, неважно. Поехали. Да, я сейчас немножко не буду ничего проходить из Черного леса. Это мы на остаток его возьмем. А сейчас мы просто спутников возьмем. Я вот думаю, просто кого открыть. Не, логично было бы для девчонки взять пацанчика. Правильно. Но мы возьмем Даннерку. А я хочу. Девочку, Даннерку, Даннерку. Поехали. Дружине, идите нахрен. Да. Стоп, что тут было? Ладно. Няшенька, вкусняшенька. Кстати, надо посмотреть, сколько здесь стоят вот эти. Сет, который находим. Может, стоит полазить. Кстати, неплохо вот этот. Неплохие здесь виды. Так сказать. Простой. Дайте сет посмотреть. Что за сеты тут есть? Не дали. Ладно, поедем чуть дальше. Вы не можете сесть на свою лошадку. Я хочу просто по сетам посмотреть. Я честно, чисто не понял. Кто меня там заметил, кто меня хочет укусить. Кто-то меня хочет укусить. Не то. Понял, пошли в следующий. Ой. Да, мы дойдем до спутника, это все надо. Я хочу сеты посмотреть, что за сеты и как я их, блин. Нет. Да что за хрень, а? Просто интересно, что за сет. Юперный балет. Дайте же мне хоть один сундук с сетовой вещи.
Он был бы средний, там гарантированно было с этого вещь. Нету. Понял, классно, замечательно. Поехали дальше. Кстати, чтобы мы не... Ага, я поставил. Ничего мне не отображается. Ладно, неважно, поехали. Дело погнул. Березку хоть сломал. Что здесь? Квестов мало насыпали. Да? Блин. Какого хрена. Может, из-за того, что просто маленькая локация, из-за этого задание висит. О, замечательно. Николай, если будешь так открывать, его обязательно кто-то вместо тебя откроет. Так, смотрим. Куртка убийцы из мертвых земель. Цена. Говно. Кстати, а что она дает? Что она дает? Что она дает? Так, сила оружия заклинания, сила оружия заклинания, маг запас сил. Сила оружия заклинания, на северном прикинь, градит 10. Не, ну вы знаете, неплохо. Неплохо. Нет, не нужна, не интересно. Блин, это было наверху, и я туда сейчас не заберусь, да? С другой стороны, надо было просто дойти. Вот так вот. Понял, нету. Ну и ладно. Теперь с вами поехали дальше. Нам необходимо позже чуть дальше пройтись. Так. Есть. Замечательно. Ну, по идее, здесь должно три быть сета. Чтоб вы понимали. Может, мне дешевый просто сразу попался? Морозный посох, холодно. Это было бы странно, если был бы морозный посох тепла. Ну, мне кажется. Вам не кажется? Это что за нафиг? Хорошо, да я уже забыл про археологию. Не знаю, почему-то. Тикс. Ладно. Да я не знаю, что оно так. Ну, две куртки одинаковых почти. Чё за... блин, вы чё, блин, гады, а ну кыш. Нет. Ой, ладно. Так, мы ещё чуть-чуть не доехали. Понял, поехали. Нам придется немножко одно задание выполнить. Наверное, надеюсь, одно. Ну, говорили, задание выполнить. Я ж думаю, одно. Видели, кстати, тут тоже вот прилетело как-то хрень и упало в землю. Я там тоже такое видел. Чем говорю, что что-то странное тут летает. Ладно, неважно, поехали дальше. Угу. Дохновение.
Боже, не пугай, я думаю, что меня преследует. Херня какая-то за мной бежит. Что ж такое? Где все сундуки нормальные? Люблин. Фигню какую-то дают и все. Так, девочка должна где-то быть. Вон там. Где-то она должна быть там. Давайте найдем девочку. Если это Данмерка. Мне приказало наблюдать за руинами, а не помогать тебе самоубийству на спасательной операции. Я наделаю за культизм, смеешь встать между мной и моим братом. Мири Элендис. А ты кто? Еще одна никчемная бездельница из Левина. Нет, ты искательница приключений, как и я. Только не говори мне, что Зинкина и тебя втянула в эту историю. Нет, а что случилось? Здесь мы обнаружили новые руины. Тогда собрали экспедицию, вот мы с младшим братом и нанялись помощниками. А когда пришли в руины и разделились, наниматель на нас набросился. Ей еле ноги унесло. Простите. А что ты теперь собираешься делать? Мне надо освободить брата и остальных, пока не поздно. Не знаю, справлюсь ли я, но попытаться придется. А ты мне поможешь? Или так из праздного любопытства интересуешься? Если надо, я заплачу. Помогу, конечно. Ловушку выглядели пятеро. Мой брат Лиам, воин-лорд. Эолаф, высокая эльфийка Арния, исследовательница различенца Арнянка, Диджус и лесной эльф Галор, искатели приключений. Никого, кроме брата, я почти не знаю. Что тебе известно о тех, кто пытается взять тебя в поле? Да почти ничего. Зигира была очень милая. Это она нас наняла, якобы для научной экспедиции. И я быстро догадалась, что наукой там и не пахнет. Но она сразу выплатила аванс, аж половину, и я решила, что они просто будут грабить руины. Мы не знали, что это культ. Я когда все поняла, когда они пытались повалить меня на землю, другие кричали, что для ритуала нужна я нужна живой. Думаю, это и спасло мне жизнь. Я знала, что с братом будут обращаться осторожно, и потом убиралась в два раза яростней. Насколько я знаю, больше никто не сбежал. Начнем по твоему сигналу. Мы не успели толком ничего смотреть, но уходы и стало ясно, что руины хоть на состоянии, тебе понадобится зацепной арбалет. К счастью, у меня он есть, и если таким, таким не пользовалась, не бойся. Тут ничего сложного. Я хочу кое-что спросить. Ладно. Но не забывай, ты уже согласилась помочь. Невежливо будет сейчас взять и свое слово назад. Серьезно, мне нужна твоя помощь. Прошу, не отказывайся. Расскажи об этом Дейдрик, по происхождению не дейдрическим. Наш работодатель говорит, что их обнаружили недавно. Но мне не верится, вряд ли кто-то до сих пор не замечал. И несмотря на свое состояние, они кажутся такими уж старыми, почти заросли и с зеленью. Ничего не сходится. Хочешь сказать, что это новое сооружение? Им более 100 лет. Не знаю, кто его построил и почему его разрушили. У меня не было времени изучить подробности. Эти мерзавцы-культисты почти сразу пытались надеть мне на голову мешок и утащить куда-то вглубь. Так, как пользоваться арбалетом? Просто как следует прицелься, выпусти стрелу и любуйся ее полетом. Не беспокойся, арбалет для этого придуман, чтобы совсем справляться сам. Худшее, что может случиться, слишком тугой спуск и растяжение шеи. Все понятно. Поехали. В руины. Да-да-да-да. Наконец-то. Наконец-то будет у меня спутник. Ага. И это хорошо. На эти хранилища. И сейчас, когда я закрыта земля от страха. Уже если я не открою, заглянусь восьмью, это будет что-то там. Нам нужно добраться до основного лагеря, но будет странно. Когда я бежала, я заметила еще больше культистов, вдова к тем, что привели меня сюда. Да без проблем. Где вы? Культисты. Ути-пути-пути. Здравствуйте. Это партнер. Светлячок. Неинтересно. Багряный щит, мастерство, говно.
дальше поехали. Так, золото есть. Вот в ту сторону или в ту сторону? Вот в чем вопрос. Без разницы, понял. Значит, поехали. Карта неправильно отрисовывается. Угу. Светочек. Пушка. Зря вы со мной связались. Ич! Ич! Ну же! Ну же, ну тут ступенечка есть, ну же! Ич! Ич! А ну подожди. Ич! Нет, не получается. Ладно. Ой, я не то зажал. Да, если бы такой куда хотел. Так, точка зацепа. Это не наш. Не небеса, они изменились, нужно поспешить. Мост разрушен, но эта пара выглядит прочно. Зацепный арбалет должен выдержать. Говорит с Мэри и Линдис. Это Йолаф, один из тех, на кого дурачил Зигир. Подвесили, как пони Гуара на празднике новой жизни. Узорный камень, как же? Это самая настоящая жертвоприношение. Мы должны что-нибудь сделать. Обзорный камень? Зигира велела нам сопровождать ученых, пока они размещали обзорный камень. Якобы это поможет, наверное, получить карту местности. Очевидно, этот бред. Эта штука высасывает из него жизненные силы. Мы можем его уничтожить. Попытаться точно стоит, но это будет опасно. В первую очередь для Эолафом. Ритуал уже каким-то образом пытается его жизненными силами. Внезапный шок от уничтожения камня способен его убить. Мы могли бы просто попробовать ослабить ритуал, прежде чем окончательно остановить его. И как это сделать? Конструкция возле Эолафа выглядит как средоточение ритуала, но магия направлена в другую фокусирующую точку. Уничтожив ее, мы сможем снизить нагрузку на Эолафа и смягчить последствия насильственного завершения ритуала. Так будет больше шансов спасти его. Понятно, идем. Нужно как можно скорее остановить ритуал. Но если мы попробуем сделать это аккуратно, с тем, чтобы все крушить, то Элфа будет гораздо больше шансов выжить. Нужно обыскать это место. Думаю, тут пригодится зацепной арбалет. Откуда ты все это знаешь? Я не знаю, это просто предположение. Мой профиль для гидрологии, хотя обычно я стараюсь не связываться с культом ритуалами. Если честно, меня поражает, что в этих культах кто-то вступает добровольно. Зачем их изучать, если они не интересны? Я заинтересовался предтечами трибунала и тем, чем мои предки почитали их еще до того, как трое стали божествами. Темные эльфы не единственные, кто почитает Даэдра наравне с богами. Но сейчас не время для теологических дискуссий. Уничтожить полотенный душ, уничтожить фокусирующий кристалл для ритуала. Ладно, давай попробуем. Йолаф! За мной, беги! Тебе не придется меня уговаривать. Ну да. Так, поговорить с Эолафом с Мири. Давай, Эолаф. Как же я благодарен, что ты вытащил меня отсюда. Не знаю, сколько бы я еще выдержал. Что они пытались с тобой сделать? Пытались забрать меня в оскаленную пасть Аркея, или скорее Дагона. Казалось бы, из моих легких вышел из воздуха. Если бы не ты, они бы меня убили. Здесь всегда было так жарко. Знаешь, почему они хотели тебе принести жертву? Я просто наемник. Магические дела не лезу. Как они обсуждали, как расположить другие камни. Нас разделили, каждого отправили в отдельную группу. Если меня так измолчили, то и другим должно быть сейчас не сладко. С собой все будет в порядке. Так паршиво мне не было с тех пор, как я чуть не утонул в море призраков. Но силы ко мне вроде бы возвращаются. Я сейчас приведу дух и смогу уйти. Я справлюсь, помоги другим, пока есть время.
Мири? Сработало! Наверное, мне не следует так удивляться, но я не была уверена, хватит ли этого, чтобы спасти Элфа. Если культицы планируют сделать с остальными то же самое, что мы сможем их спасти. Нужно только действовать осторожно. Ты знаешь, что они делали? Это определенно был дейдрический ритуал. Но необычное же это приношение. Жертву к князьям, как правило, приносят быстро и безжалостно. У этой же церемонии была более важная цель. Не знаю, какая, но она черпала силы из души Элфа. А ты знаешь, куда другие пошли забрали? Эти мерзавцы не делились с нами планами. Прежде чем прыгнуть ножом, я приблизительно представляю, куда они отнесли другие камни. И если мы выйдем на другую сторону этих коридоров, то должны оказаться на верхнем пути. Пошли. Понял. Светлячочек. Интересно. Никс. Прикольно. Блин, вот почему его нельзя споймать? Такой, покемон, иди ко мне. Да, было бы прикольно. Светлячков наловил, домой принес. Стой, знаю, это не Ник, он Арди. Так, если мне так называется расколотый грузин, Зигира щедро нам заплатил. По правде говоря, я знаю, что мы здесь найдем, пожалуйста, согласилась бы я и без денег. Я никогда не видела такие дейдрические строения, но есть мне что-то смутно знакомое. И они просто огромны, гораздо больше, чем показалось на первый взгляд. Вряд ли мы успели далеко уйти, однако ландшафт внутри резко отличается от того, что снаружи, входа. Пожалуй, надо дополнить на заметке пару карт. Знал ведь, что надо было рисовать по пути карту. Стоило мне оторваться от группы, как исследователи Зигиры тут же на меня набросились. Я споткнулась, мой плащ затрещал, по швам я бросил убежать. Нужно обязательно записывать проделанный маршрут, хотя бы примерно. Налево-налево за дверь, через пропасть, и снова оказалась там, откуда пришла. Слышу, не приближается, времени нет. Что меня? Арди все же пыталась сбежать, вот уж кого не ожидала. Она ведь такая неуклюжая. Как бы мне хотелось верить, что ей удалось добраться, выбраться, и я в этом сильно сомневаюсь, конечно. Думаешь, ее поймали? Если честно, я удивлена, что она забралась так далеко. Но сердцем чую, она еще здесь. Думаю, нужно отыскать остальные камни. Любой, кто стал жертвой подобного ритуала, находится в страшной опасности. Понятно. Я страдаю, не знаю это место. Небо словно пылает, а вокруг ужинная земля. Неужели культисты пришли сюда только чтобы уничтожить это место? Я не вижу в этом смысла. Впрочем, мы ведь говорили о дейдропоклонниках. Может быть, смысл вообще не в разрушении? Возможно. Лишь побочный эффект ритуала, а не его цель. Кто знает, может быть, их магия пытается не только душами тех, кто не поймали, но забирает энергию из окружающей среды. Если это так, то мы тем более должны остановить их. Поскорее. Пошли. Так, поехали, что у нас дальше? Лава, смотри, деревья. Зыбь тут проявляется сильнее. Ладно, поехали отсюда. Точка зацепа. Хорошо, есть. Да не хочу я с ними сражаться. Нафиг мне не надо. Блин, придется. Забрал, тут уже кто-то проходил. Прикольненько. Уже все-таки схватили Андрю, надо ее освободить.
We need to free Ardia from that ritual before it drains her soul completely. Я имею в виду, что полностью накрытого может ее убить, но если вещи похуже смерти, если ее душу полностью вытянуть из тела, боги ей не помогут, или это она окажется в когте Обливиона. Так, еще же кристалл для Дрюала на востоке, на западе. Потому что я уже сюда пришел. Почему-то черпает силы. Давай поищем еще. Стись, а вот я вижу за церковь. Вижу за церковь, вижу за церковь. Здесь придется вот это убить. Так, разрушаем кристалл. Ардия, смотри под ноги. Ардия, 39959. Ардия? Я стала исследовательницей, поскольку люблю яркие впечатления. Но только не такие. Ой, я же испугалась, что больше его не вижу. Спасибо тебе. Теперь мне что мне записать. Я считаю, нужно записать все, и хорошее, и плохое. Так ты начинаешь думать о том, что пережила и сделала. Понимать, как влияют на тебя разные события. Тебе удалось узнать что-нибудь полезное для нас. Когда я пыталась сбежать, Зигера как раз кричала на своих приспешников, что они, мол, подверили опасности базу. Уж не знаю, что именно она имела в виду, но мне показалось, что они хотят превратить это место в свою крепость. А еще видела Зигеру. Когда она меня поймали. Настоящую Зигеру. Что значит настоящую Зигеру? Она сбросила маску. Не в окружении послушников, она Дейдра. Эти культисты просто глупцы, которые сами не понимают, с чем связались. Они искренне не верят, когда они забудут, как они льстиво перед ней скулили. Мэриэландис. Думаю, с Ардией все будет хорошо. Надеюсь, на этот раз ей удастся выбраться невредимой. Как думаешь, сколько тут еще проводится таких ритуалов? Сложно сказать, но Диджус, Галлор и мой младший брат Лиам до сих пор меня не найдены. Скорее всего, взяли в плен и связали, как и тех других. Нужно остановить эти ритуалы, и не только ради пленников. В чем ты говоришь? У меня есть предположение о цели этих ритуалов. Земля и небо меняются, стоит проклятая жара. Думаю, этот наш мир потихоньку захватывает другое измерение. Я бы сказала, что он превращается в мертвую землю. Как это возможно? Мне кажется, эти руины не из мирна. Больше похоже, будто культисты запечатали кусок нашего мира и пытаются наполнить получившийся сосуд из другого источника. Еще одна причина прервать ритуалы. Так, сейчас я быстренько кофе себе сделаю. У меня три в одном, так что я очень быстро его сделаю. А, да я чайник, блин, уже второй раз ставлю. Честь, я ничего не вылезла. Прости. Живи, Финдро. Что ж такое, они все пустые. Глаза Галлора ничего не выражают. Он не обращает внимания ни на что.
Ему конец, он лишился души. И я читал о таком. Я вижу своими глазами, это истерзанная оболочка, все, что осталось от Галора. Его душа отправилась куда более жуткое место. То же случится с остальными, с моим младшим братом. Но это только если мы не справимся. Верно, ты права. Не время отчаиваться. Для остальных еще и надежда есть. Галор не мог уйти далеко. В его состоянии где-то рядом должен быть еще один ритуальный круг. Пошли. Пошли. Если мы здесь поднимемся, должны нарваться на каких-то чудовищ. Ну да, по идее нам надо перейти через мост. Не стали бы они делать такой переход. Что такое? Что за нах? Что за нах? Да, странах. Да. Такс. This is it. And they've got Deidros. Вот у них Deidros. This focal point is finished, but it wasn't the only one by the look of it. Подождите, я не услышал, что она говорила. Ты кто? Защитник. Есть, замечательно. We stopped feeding on their soul. Let's do the same to the rest. Жертвы энергии, давай. You came back for me. You're free. Come on. Беги, ящерка. Чешу сейчас. Ну да. Благодаря вам, обо мне еще остается что-то для Хиста, когда придет мое время. Хотя, признаться, я не ожидала, что эльфийка станет рисковать ради меня жизни. Почему? Моим сородичам по кладке пришлось немало натерпеться темных эльфов, и поэтому я к ним предвзято. Но я судила ее слишком строго. Нужно извиниться перед ее братом, если он еще жив. Зигира сама взяла его в плен. Ты не знаешь, где его держат? Она сказала, что в самом сердце хранилища. Это должно быть по тропе. Я не знаю, куда она ведет. Я вообще больше не узнаю этого места. Знаю только, что здесь у меня чешуя сохнет сильнее, чем в Эбонхарте. Мирим, нам удалось ее спасти. Не знаю, ли это свое мнение обо мне, о таких, как я. Но я рада, что у нас получилось. Врагу не пожалею, что случилось с бедняга. Вам нужны все, кроме твоего брата. Лиам, держись, братишка, мы тебя разыщем. Мы уже близко к самому сердцу заговора культистов. И считай развалина, эта местность неотличима от той, откуда мы пришли. Держу пари, здесь мы его найдем. С ней ты тоже хочешь разобраться? Нет, на эту валюту мне плевать. Я просто хочу вызволить брата. Но если она встанет поперед дороги, я с радостью загоню ее в облевион пинком под зад. Идем, Лиам ждет. Пошли. Их не успел. Ладно. О, да, туда, точно. Кстати, тут есть такая штука? Не может быть какая-то штука. Плохо. Сагира! Give Liam back, and lately I won't fetch and kill you! Один из трех, согласен. Подожди, 1, 2, 3. А как она пробралась туда? А. Да я тебя не слышу, разговаривай по кругу. Так, и... Открыть. I think that did it.
Что случилось? Врата отперты. Отпер. Отпер. Sakira, if you think a little lava is going to stop me, you've got another thing coming. Нормально. Я тоже. Да ладно тебе. Lightened their burden a bit, but it might not be enough. Look for other focal crystals. Если честно, нет, не вижу. Сигира. Да, чем мне нравится мой билд? Эй, пофигу, лава. Ой, кофею, простите. Отвлекся. Да, сейчас. Так, ты где? Братиш, передай своим бестолковым легатам, что мы оставили культистов без их помощи. Скажи спасибо, что из-за своей наглости ты не казалась камбала. Немедленно покинь территорию, займись чем-нибудь полезным. А можно его замочить? Пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Я бы его замочил бы. Получилось. Мой брат в безопасности из Эгира. Это подлая гадюка. Так ничего и не добилось. Мне почти жаль, что я не вижу, когда он накажет ее за провал. Но едва ли его воображение произойдет мое. Что дальше? Этот безмолвный свит, пускай себе отчеты пишет. И благодарит Азуру. Мой братишка жив и здоров. И все благодаря тебе. Я даже надеяться на это не боялась. Мы перед тобой в долгу. Если что-нибудь понадобится, что угодно, можешь на меня рассчитывать. Мне нужно поскорее сообщить родителям, что мы в безопасности. Надеюсь, мы скоро увидимся. Первый спутник, чтобы отправиться на поиски приключений, если не произведите его с помощью меню коллекции или горячей клавиши. Хо-хо-хо. Такс. Где? Где мой спутник? Сообщение... Ладно, давай так. Коллекции, коллекции, союзники. Спутники. Да. Комон, иди сюда. Да не ты. Я пропустил что-нибудь интересное? Проблем, Сара. Меню спутника. Меню спутник, уровень 1, снаряжение, подожди, а как же живут, подожди, навыки, 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 живая тень, невидимость, солнечное оружие, посох восстановления, чтобы разговаривать, надо не снабдить спутника посоха восстановления, хорошо, что ты у меня умеешь? Ты у меня ж только лук, да? Меткая стрела. Доспех. Легкий. Ток. Легкий доспех.
Так, текущий бонус 7%, сходящее лечение увеличится на 1% за каждую надею часть легких доспехов. Коллекция поведения. Внешность. А, то есть это мое. Ладно, все это. Нет, подожди, нет. То есть я могу тебе. Нет. Эй. Так, Вильям Руф, имперский канцлер, золотой святой. Вот это неплохо, да? Все, вот так. Замечательно. Такс, все, поехали. Продолжаем. Это так, отступление. Сколько мы там времени захапали? Юперный балет, да хренище. Ладно, поехали. Да ну. Да. Не-не-не-не-не-не-не, продолжать не будем здесь. Не хочу пока. Я хочу... Что я хочу? Я хочу сейчас съездить назад. Начать какое-нибудь задание и дать ей посох. Посох. Как дать ей посох? Снабдить посох. Посох. Снабдим. Конечно, снабдим. Сейчас снабдим, все снабдим. Все будет. Рифт. Здесь. Где-то у нас было задание. Интересно угореться в скальном сваре. Найти уцелевшие товары. Да. Это хорошо. Замечательно. Черт. Да я выпил кофе, пироженку не съел. Вот так вот. На ночь пироженки не есть плохо. Для желудка особенно. Ладно. Давайте еще раз попробуем. Подождите. Так, спутник. Предметы спутника. Как мне ее? Вот. Подожди, оно. Something you need to discuss? Да, да, да. Снаряжение. Нет предметов. Как мне тебе найти? Ладно, тут мы будем потом. Сейчас пока побегаешь так. Угу. Пока побегаешь так, а потом мы тебя как-нибудь попытаемся переодеть. Да. Сейчас, по идее, должны выпадать... Ну, я потом положу, посмотрю, своего основного чувака возьму. Сейчас выполню это задание, потом возьму своего чувака и попробую сделать оружие для спутников. Крафтится оно или нет, не знаю точно. I can't believe Tyrora. Веришь, что это Тайрора больше нет? Ты хочешь занять ее место? Надеюсь. А ты не мудрый Тайрора от Саумнарни. Пламенный чёрт, он заслуживает мудреца, который смог бы увековечить подвиги соратника. Но сперва я должна проявить себя, что нужно сделать. Будущие мудрецы его соратники должны помолиться в святилищах пламенного чертога. После этого имеются видения пяти сотен, простите сил. Примешь ли ты эти молитвенные чётки и сопроводишь меня? Почту за честь. We'll begin with the tale of Начнем Ingol, с предания Избрамор сына Инграмора. Его звали Ингол. О, я помню такое. На далекой от моря, мой отец, повелитель Избрамор, собрал 500 соратников. Мы с братом Эльгаром гордились тем, что оказались среди их избранников. Мощный флот предвестника нас всех проплыл по морям от моря до берегов Скайрима.
Но предание о том, как мы сошли на землю, рассказывает уже не мне. Пусть продолжит мой брат Ильгар. Увы, мой старший брат Ингул, правая рука нашего отца погиб в сильнейшем шторме во время плавания. С великой скорбью в душе мы с владыкой из Грамора вели наш поредевший флот к берегам Скайрима. This next shrine is to Ilgar. He led the companions alongside Isgrimor as the Nord tide swept the elves from Skyrim. One of Ilgar's greatest accomplishments was taking up the mantle of leadership upon the death of Isgrimor. The companions would have fallen apart if not for his commanding presence. Oh! Эльфы, что издавна держали Скирин, падали подобно скучной траве под нашими клинками, и вскоре соратники владыки из Грамора стали править этой землей. Следуя за щитами и мечами соратников, приезжие жители далеко от моря добрались до этих мест. Наш народ процветал во славу из Грамора, предвестником нас всех, и растекался по всему Тамриэлю. The last shrine is to Isgrimor, the harbinger of us all. He led the companions to Skyrim and drove the elves howling to distant lands. With his mighty axe Wuthrad in hand, none could resist Isgrimor. Soon all foes fled before him. Когда Изгромор, лишь только ужасный великан Синбур, предводитель великих кланов Скайрима, отважился встретиться с Изгромором и Вутрад лицом к лицу. Even the giant Sinmer fell to the might of Isgrimor and Uthrad. And so shall all the companions fall. Чертуги. Спасибо за твое время и поддержку. Могу ли я получить назад свои четки? Да. Соратники, восстаньте и воздайте почесть Скальду Свари, отныне занимающей должность мудрой. Скальд Свари, мы собрались здесь, чтобы почтить твою храбрость, мудрость и силу. Ты доказала, что достойна называться мудрой. Клянешься ли ты отстаивать принципы соратников и защищать пламенный чертог ценой своей жизни? Да. Так встань же, мудрая Свари, соратница из пламенного чертога. Юпер, ты болит, что с тобой? Ты как-то изменилась? Я возвела этому всю свою жизнь. Благодарю тебя за то, что ты почтила меня своим присутствием. Для меня было честью помогать тебе. Первое, что я сделаю, качество от нашего лица в память. Увековечу твой подвиг. Соратников отправиться от этой неудачи. Мы с Ильгардом позаботимся об этом. Все? Ты опыт получила? Нет. Почему? 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 Я же опыт получил. Уже опыт. Неужели нет другого способа практиковаться в алхимии? Ваш посол же спутник не подошел. У каждого спутника есть личное предпочтение, которое влияет на его отношение к вам. Когда спутник не одобряет, ваше отношение понижено. Давай поговорим о нас. Что ты можешь расскажи о себе? Мой дед был антиквариатом. Он мне дал определение культурных артефактов. Мам, что-то другое.
Что ты хочешь подумать? Что ты думаешь о наших, ну, нынешних? Ну, сказать, с тобой при этом решишься. На тебя можно положиться, и мы легко находим общий язык. Жаловаться не на что. Чё, я не понял прикола. А чё ты так отреагировала, непонятно. Странно, конечно, отреагировала немножечко. Ну ладно. И действительно странно. Так, друзья, что, сходим уцелевшие... Давайте туда сходим уцелевшие товары. Выполним задание. Ну, для меня немножко непонятно. То есть ей не понравилось, что я взял... Блин. Светлячка решил препарировать. То есть она за живую природу. Скорее всего, мне нельзя убивать мелкую дичь, потому что она будет обижаться. Ладно, мы посмотрим потом. Так, поехали. Мне интересно, спутники еще умирают или нет? Вот что. Интересует. Да, нормально. А ну? Чьи-то способности. Угу. Так-с. Hope we find something interesting today. Меню спутника. Навык. Ага, все, я понял. Третий уровень, типа, живая тень. Теневой прорыв. Мария наносит противник решающий удар. А чего тут получает 5 еще? Еще одна теряет равновесие на 7 секунд. Совершает рывок, скок тени, атакует противника. Понятно. Безупречный вы. Похититель души. Вытягивает душу. Это интересно. Живая тень. Развивает призначный урон, понесет... Следующий так противник уменьшает полученный урон на 20% в течение 8. Господин касается менее 75%. Это интересно, наверное, его и поставим. Пускай будет. Так, хорошо. Видишь, она учится. Let's ride. Стоп. Боже, он смотрел за мной, посмотрим, чтобы он смог применить удар, ну, применить нападку. Это я уже сделал. Never used to fight this much until I met you. До встречи с тобой я не так часто сражалась. Да ладно тебе. Постой. А ну-ка. Как мне вещи найти тебе? Будут они выпадать, либо их надо крафтить? Вот в чем вопрос. И, ну, крафтить без проблем. Я найду возможность. То есть это небольшая уже проблема. Сейчас, наверное, мы возьмем... Ты че? Ты с ума сошла? А. Ну давай. Да, надо тебя прокачивать. Это ты полезная, полезная, полезная. Очень полезная девочка. Это замечательно.
Некоторые не нравятся городская суета, но я росла больше с них. Так что она напоминает мне о доме? Понятно. Сигун! Рад снова тебя видеть. Удалось разыскать мое добро? Да. О, и никаких проблем с великанами. Ну что ж, прими благодарность от меня и добрых местных клиентов. Благодаря тебе они сегодня хорошенько наедятся и напьются. Надеются. Я неправильно прочитал это слово. Все. Давайте я сейчас быстренько, короче, посмотрю. Она, скорее всего, не одобрит. А, подождите. Точно, что-то у нас... Где-то были продажи, и я их провтыкал. Так, морозный посох матери ночи, хромовое покрытие. И ядовитый зуб. Да, срок продажи предмета истек. Понял, хорошо, выйти меня. Меняю чувака. И пробую делать ему... Ей. Одежду. Сейчас надо бы я еще... Ну, короче... Скорее всего, сделаю посох хилку. Хочу хилку сделать с ней. Да. Сделать хилера. Сейчас попробуем. Надо понять. На каждое, ну, на каждого чувака будет разные... блин, короче, вещи надо будет. Либо и ты сделал на одного, и он будет на всех. Сейчас будем проверять. Со своим основным сделаю заготовочки, если их можно крафтить. Надо сейчас посмотреть, что получится. Угу. Я просто не знаю, где вещи брать. То есть я ж только купил. Завтра, наверное, еще буду записывать, и со старту, наверное, как эту девочку взял, пацана, наверное, возьму. А может, не возьму. Не знаю. Посмотрим. Много времени на прохождение. Угу. Давай! Грузись! Wardenful! Wardenful! Зачарован оружие и заряд. Если ваше оружие расходовало весь заряд, вам будет необходимо перезарядить его с помощью запасного камня на душ. Я, знаете, чего не понимаю? Зачем надо было разрабатывать под спутников отдельные одежды? Почему нельзя взять просто было сеты? Те, которые есть, накидать, да и все. Почему бы нет? Было бы неплохо. Взять обычную одежду свою, передавать и спутникам. Нет, они взяли, просто сделали отдельные вот эти, отдельные вещи. Смысл? Не понимаю. Ну давай уже, блин. Грузи. Долго грузит шайтан коробка. Не, если на SSD-шку ставить, может быть быстрее будет загружаться. Точно не знаю. Такс. Где? Столярный верстак. Создание. А для спутника чертежи, исследование, улучшение, разбор. Че? Даже так? Прикольно. Улучшить, разобрать, создать диаграмму. Ну, диаграмма это понятно. Не понимаю. То есть она будет выпадать, скорее всего. Сделать нельзя, да? Вы это хотите сказать? Хрень какая-то получается. Хрень. Магазин купить.
продать, ладно, продать, купить. Нет, это чушь, чушь. Чушь, не понимаю. Я не понимаю, что за хрень. Походу спутником нельзя сделать. Прикольненько. Ладно, алхимия нахрен. Эскизы исследовать, улучшить, разобрать, создать, переработка. Печальничка. Ладно, все, друзья. На этом моменте будем заканчивать, а я буду разбираться дальше. Завтра уже буду записывать, как получилось или не получилось, где взять. Я не прочитал, где взять одежду или оружие для спутника. Ну ничего, зато спутника. А, давайте пока мы еще не ушли, давайте попробуем. Союзники. Спутники. Послушай, время, помогите мне. Ага. Все, я понял. Всем спасибо, всем пока, до следующей серии. Для того, чтобы на своих чуваков остальных открыть этого спутника, вам необходимо все равно сделать это задание. Всем спасибо. Пока-пока. Да. Пускай у вас будет хорошо. Пока.